И всем привет, уважаемые зрители, с вами Ингвар, и добро пожаловать на очередное видео, и добро пожаловать в рубрику Ингвар News, где мы рассматриваем различные новинки, к примеру, Лего новинки, трансформеры и так далее. Сегодня мы рассмотрим очередные Лего новинки. Наверное, вы по названию и, так сказать, и по картиночке понимаете, о чем идет речь, но, как говорится, еще кое-чего мы интересно рассмотрим. Да, мы сегодня рассмотрим совершенно что-то новое, да, и как бы это смесь чего-то. То есть это такая серия, которая, так сказать, образовалась из много чего, я могу вам так сказать. То есть это немного Nexa Knights. Это немного, я могу даже сказать, Чима. Это даже немного, например, Power Rangers, да, вот эта тема Go Go Power Rangers. Да. И может даже чего-то еще. В общем, вы сейчас сами убедитесь. Сегодня рассмотрим только эти наборы и кое-что еще. Да, но также есть еще уже изображение новых ниндзяк, но там пока что мало фоток, но, как говорится, когда будет больше, мы обязательно их отдельно рассмотрим. А мы погнали. На экране вы видите, так сказать, не эти наборчики, а кое-что другое, а именно лего-книжечки с мини-фигурками, так сказать, не знаю, с эксклюзивными, редкими мини-фигурками, но это, в принципе, неплохая тема, потому что цена этих книжечек где-то до 5 евро, может даже 6 евро, но все равно, в принципе, неплохо, ты получаешь фигурку, возможно, какую-то мини-постройку, например, как здесь, да, и в самой книжке ты получаешь, как бы, как комикс, ты получаешь много достаточно различных заданий, плакатов нету, но заданий точно много получше. В общем, у нас вот такая имеется книжечка, я даже не знаю, когда она может быть, в этом году будет ли, либо в начале следующего года, либо это все же будет в этом году, но по, так сказать, по Гарри Поттеру книжечка, и очень-то неплохая, я бы эту книжечку взял, потому что здесь у нас такой Думбл, если не ошибаюсь, его зовут так, да, и здесь имеется какая-то чаша, получается, да, вроде бы где смотреть будущее или правду, что-то в этом роде, но книжечка неплохая, и также имеется другая книжечка, и когда я увидел, это вау, то есть сейчас такого Гармадона ты нигде, в принципе, наверное, не возьмешь, и это очень даже хорошая тема, то есть это Лего Ниндзяго Легаси серия, и плюс такой у нас Герман, и это очень даже хорошее приобретение, поэтому, когда будет продаваться эта книжечка, я обязательно возьму. Но также еще должна быть книжечка по серии DC, это у нас Flash, также, если не ошибаюсь, там должен быть Lex Luthor и еще много других книжечек, так что анонсов очень много. Вот когда будут выпускаться эти книжечки, я даже не совсем понимаю, я проверяю, в принципе, каждый раз, когда иду в магазин, и пока что новых книжечек нет. В общем, все про книжечки, столечко слов, теперь давайте рассмотрим совершенно кое-что новое, а именно серию Monkey Kid. Да, это что-то вообще, могу сказать, новое. Не знаю, надолго ли это, ненадолго, но когда я сидел, рассматривал, я как-то посмотрел, и в принципе это даже очень неплохо, да. Кто-то может со мной опять же не согласиться, у всех свое мнение, но это правда что-то интересное. Новое, неплохое. Начало, правда, очень неплохое. И как бы они испортить, я думаю, могут, но лучше не надо, не старайтесь. Мне даже коробка нравится, в интересном таком стиле. Не знаю, такое когда-то было или нет, но у нас вот такой встречается пока что первый наборчик. И это у нас вот такой мотоцикл имеется. Имеется 4 фигурок. И как бы задняя коробочка у нас вот такая. Здесь ты можешь, получается, какую-то преграду опустить. И, как говорится, мотоцикл этот взлетит или не взлетит, или просто ее можно поднимать, опускать. Ну, в общем, он, получается, этот мотоцикл может как бы как и летать, как я понимаю, или нет. Ну да, у нас здесь такой, получается, как бы как трамплинчик, да, и как бы эта преграда у нас поднимается, опускается. Имеется здесь такая, как бы, как турель. Здесь может фигурка сидеть, флажочек имеется, и вот такие имеются интересные фигурки, да. Вот эта фигурка, девочка, очень напоминает мне на Гензи, если честно, да, только женского рода, да, Гензи Power Watch очень напоминает, особенно дракончик, ну и что-то из серии. Может быть, Go Go Power Rangers, да, может быть, как я люблю говорить, имеется два таких быка. Фигурки, правда, очень неплохие. Даже в таком маленьком наборчике вот эта штучка есть, которой никто особо, наверное, не пользуется. Ну, лично я нет. Как-то не знаю. Это, наверное, очень хорошее приобретение здесь, чтобы просто иметь вот такую запчасть и все. Не оранжевый цвет, как мы привыкли, а вот такого, да. Но фигурки, правда, неплохие. Имеешь еще вот такие наушники. Мотоцикл очень даже неплохой. Да, возможно, мы видели в серии Лего Ниндзяго, но он в другом есть цвете. И как бы почему бы не взять. И, в принципе, это все очень так сочетается. И как бы наборчик, правда, этот маленький не
неплохой. Переходим к следующему набору, и вот у нас вот такой уже побольше наборчик. Здесь у нас такой какой-то джет, так сказать, самолет, опять же, 4 фигурок у нас, да, огромный такой джет, у которого, так сказать, мотоцикл спереди, так сказать, вылетает, то есть, получается, ты либо управляешь этим огромным самолетом, так сказать, да, либо вылетаешь из этого, так сказать, аппарата летающего и едешь на этом мотоцикле, что, в общем, даже, в принципе, прикольно, интересно, да, вот сам наборчик, что у нас имеется вообще, 4 фигурки, как бы, да, опять же, вот этот герой, опять же, с наушниками, но вроде бы тот первый слегка отличается или нет, в общем, у нас имеется такой бэк, у нас имеется какая-то вообще, не знаю, тетка, если честно, я не совсем так понимаю, по какой вообще это, так сказать, теме сделано, я где-то информацию читал, что это по какому-то мультсериалу или сериалу, что-то в этом роде, но так я до сих пор и понять не могу, что это, чего, я информацию, честно, не нашел, я искал, либо я плохо искал, либо мне просто интернет не хочет выдавать, но, в общем, и имеется еще вот такая фигурка с таким каким-то джетпаком, но... Сама постройка, правда, выглядит очень интересно, яркая, это желтые и красные цвета, и, в принципе, очень неплохо это проработано, особенно вот здесь двигателя очень неплохо проработано, да, но мне как-то очень напоминает серию Чима, что-то похожее в Лего Чиме было, такая постройка, такой, так сказать, джет, самолет, что-то было, я припомню, не знаю, в какой волне, во второй или в третьей, где там ледяная тема, что-то похожее было, ну ладно, если они взяли оттуда постройку, ладно, они перестроили, но, правда, что-то получилось, правда, неплохое, и, так сказать, как бы, ну, взять можно. Имеется, да, здесь немало наклеечек, но переходим мы дальше. У нас и пошли мехи, у нас будет два меха. Что можно сказать? Если про этот говорить, здесь у нас три фигурки, если про этот говорить, то, может быть, этот слегка не удался. Почему? Потому что цвета здесь очень темные цвета, но, как бы, если говорить про саму постройку, я думаю, она получилась очень неплохо, она будет подвижная. Здесь у нас такие запчасти движущие, как, например, у Бастиона по серии LEGO Overwatch, имеется Light Brick, то есть у него будет светиться, получается, вот эта часть, и это, наверное, типа сделана слабая часть, да, как говорится, ты туда атакуешь, и, как говорится, ты его можешь таким образом победить, да, имеется такая, как бы, здесь как пушка, имеется такой здесь молот, меч, так сказать, да, и вот сам набор. И что можно сказать? Имеется три интересные фигурки, опять же, этот товарищ, я как понимаю, он будет везде одинаков, ладно, одинаковый, да, имеется свинюшка-повар, что очень даже прикольно, мне эта свинюшка, правда, нравится, я просто хотел бы эту фигурку иметь, и все, вот, и еще могу дополнить, раз мы говорим про эту серию, немножечко слегка, так сказать, не в тему, также еще есть книжечка, и будет скоро, наверное, как я понимаю, книжечка с мини-фигуркой по серии Hide and Sight, я это увидел, я обалдел, я обязательно это возьму, потому что, правда, мне ни одного набора пока что нет по серии Hide and Sight, а книжечка с мини-фигуркой это очень хорошее приобретение. Вот, переходим к этому набору. Правда, цвета, возможно, слегка темноваты, но постройка, правда, выглядит очень неплохо. Такой огромный бык, не в виде мини-фигурки, а вот в такого, так сказать, меха, робота. И вот получается, она такая какая-то шаманка, колдунья, управляет им. И правда, в принципе, очень неплохо выглядит. Переходим плавно ко второму, так сказать, меху. И вот такой у нас мех, это получается, мы помним, так сказать, в серии мини-фигурок обезьянка-фигурка, а здесь, получается, это обезьянка-фигурка в большом виде, что, в общем-то, даже и неплохо получилось. Получается, у нас здесь даже две фигурки, не, здесь у нас 6 фигурок получилось, очень немало здесь фигурок, имеется, получается, много, так сказать, оружия, точнее, одно оружие, но его можно увеличить, так сказать, да, либо сделать вот такое, либо еще длиннее, открывается у нас перед, оттопыривается, да, и еще что-то здесь имеется. Вот сам набор у нас, то есть получается у нас имеется огромный такой мех, он правда яркий, правда это и неплохо получилось, получается какая-то такая палочка будет, не очень-то маленькая, может даже сантиметров 30, может даже и 20, либо так кажется, но правда выглядит очень неплохо, яркие такие цвета, желто-золотой цвета немало имеется, красный цвет имеется, и в принципе очень-то и неплохо все смотрится, как бы достойно получилось, я думаю, проблем здесь особо не будет, может быть с дизайнерскими решениями, может слегка где-то не очень, но я сомневаюсь, да, имеется, да, немало фигурок, имеется такой маленький мех, так сказать, у врагов, что очень-то и неплохо, вот, и имеется такая построечка, так сказать, часть города,
так сказать, китайский город или японский. Но правда такая построечка маленькая, но очень-то и прикольно. И вот эта фигурка, да, получается, эта фигурка, вот его мех, да, и он получается, им он летает на облаке, и получается, вот он держит палочку так, и получается его мех также может держать. Если он будет как-то держать так, и получается мех будет держать так. То есть получается, он мыслями управляет этим мехом, как я понимаю, да. Но правда набор очень стоящий, наверное, будет стоить, ну не знаю, 100 евро точно. Точно, если не больше, потому что много запчастей пойдет на этого меха. Переходим к следующему набору. И вот такой наборчик у нас имеется. В принципе, тоже это такой неплохой. Имеется 5 фигурок. У нас имеется 3 транспорта, если так уж говорить, да. То есть такая как бы как машина свиньи, так скажем, да. Такая поварская машина свиньи, так скажем, да. Тогда уж так получается. Имеется мотоцикл. Или да, 2 мотоцикла у нас имеется. То есть такая как бы как у нас погоня. Но сама машинка, в принципе, неплохо выглядит. Свинюшка может стрелять пульками. Свинюшка в таком стиле сделана неплохо. Здесь у нас будут иметься наклейки. И сама фигурка свинюшка, правда, очень прикольная, мне нравится. Также здесь открывается. Вот, и как бы внутри у нас вот такая тема имеется. Но фигурка свинюшки мне правда нравится. Такой как бы повар-свинья. И еще здесь у него имеется сзади. Он очень прикольно, мне нравится эта фигурка. Слегка может быть внутри маловато чего-то будет, но сама машинка, правда, неплоха. Переходим к следующему набору. Если не ошибаюсь, это последний набор. Вот такой огромный корабль. Я еще такого вообще в Лего не видел, чтобы что-то такое непонятное, если честно, это можно назвать непонятным. Это, кстати, нагромили одну постройку, другую, вторую, третью, пятую, десятую. И это у нас получился набор, и это у нас получился Лего-набор, и ты можешь это купить. То есть это, в принципе, вау. В принципе, да, этот корабль, конечно же, не плавает, но это, правда, выглядит очень необычно, интересно, особо нигде не видано, скорее всего. Имеется большая фигурка. У нас имеется 4 врагов и еще 3 фигурки. Получается, здесь 8 мини-фигурок в таком огромном наборе. У нас этот набор будет раскрываться. Имеются наклеечки. Естественно, немало наклеечек будет здесь. Имеется маленький мех. Вот, и задняя коробочка у нас вот такая, будет все открываться. Видимо, наверное, еще будет отсоединяться что-то от чего-то. Кран имеется, который можно покрутить, что-то с ним еще поделать. Да, так сказать, в этом наборе много всего имеется. Как говорится, маленькие здесь комнатки, но это, правда, выглядит очень-то и неплохо. Нет, еще один наборчик есть, если не ошибаюсь, вот этот последний наборчик. Вот такой, как бы, не знаю, как я там говорил, танк, стреляющий огненными шарами, что-то в этом роде. Да, и имеется, опять же, здесь это та же самая большая фигурка. Здесь уже в сумме 4 фигурок ты получаешь. И вот такой у нас наборчик. Получается, он будет выкидывать такие зараженные бомбы, получается, да, с топливом или с ядом, что-то в этом роде. Да, то есть такие токсичные бомбы, так скажем. И получается, у нас вот эта еще верхняя часть будет подниматься или опускаться. Получается, опущена, да, так сказать, ничего выпуливаться не будет. Поднимаешь, и начинается процесс. Что очень даже неплохо, интересно. Также имеется здесь пушка, ты можешь крутить, стрелять, и в принципе это такая постройка очень даже и неплохо выглядит. И как бы уже вот это точно у нас последний набор оказывается. Вот такой еще немаленький наборчик. Что же у нас здесь имеется? Здесь у нас имеется аж 2, 4, 6, 7 фигурок, что очень-то и неплохо. У нас имеется такой, как бы получается, как бы как магазинчик с банком. И правда выглядит очень интересно, что-то по-китайски или по-японски, честно, не совсем знаю, что это чего. Ну, в общем, интересно выглядит. Панда здесь у нас лицо панды имеется, что очень неплохо. Тук-тук у нас имеется. Здесь у нас получается голова этой свиньи. Очень-то неплохой тук-тук. Имеется, опять же, эта фигурка. Эта девочка имеется, но уже в другом, так сказать, стиле, в другой одежде одета. И такая машинка крутая имеется. И эта часть у нас внутри. То есть, получается, ты можешь отсоединить, и получается, у тебя будет аж две машинки. Вот такой монстр, так сказать, трак. И такой, как бы, как трехцикл имеется, да. И это, в принципе, очень-то и неплохо. Вот такая коробочка. И правда, вот когда это все соединить в целое, это выглядит очень-то и неплохо, интересно. И такого я еще вроде бы не видел в Лего. И, как говорится, здесь ты можешь выпуливать из этих типа таких мини-вулканчиков вот такие снаряды, что очень-то и неплохо. Что в целом можно сказать про эту серию?
Monkey Kid, как бы переводится как обезьяна, мальчик, что-то в этом роде. Но, если честно, я обезьяну я не особо где увидел. Получается, это в другом смысле имеется, но, наверное, та фигурка, которая имеется почти что в каждом наборе, это, наверное, про него, так сказать, и говорится, да? В целом, это очень неплохая серия получилась, да, для начала, и, в принципе, леговцы могут и вторую, и третью волну делать также очень хорошо, но они могут и пойти и не очень хорошо, но, надеюсь, так сливать уже не будут, но первые наборчики получились очень неплохими, разнообразными. Возможно, да, может имеется много машинок, но они все разные, отличаются. В некоторых наборах имеется много фигурок, даже имеется такой корабль, что очень-то и неплохо, оригинально. И, в принципе, возможно, кто-то и не ожидал, что такое Лего вообще сделает, чтобы какая-то непонятная такая постройка, да, и она так бас-бас-бас, и как бы вау, да, и в Лего имеется. Но, в целом, правда, серия неплохая, и как бы, возможно, что-то из этого возьму, либо нет, но, как я слышал, цена ударит очень по кошельку. Столько имеется у меня новостей. Спасибо за просмотр, не забывайте подписываться на канал Ingvar Playsets, пальцем комментируйте, рассказывайте своим друзьям, чем больше нас, тем лучше, и увидимся в новых видео и также в рубрике Ingvar News, так как нам нужно будет рассмотреть серию Lego Ninjago и, наверное, другие серии также. Увидимся в новых видео, всем пока!